За свою многовековую историю Дагестану не раз приходилось бороться за свою независимость. Поэтому у горцев особое отношение к оружию, особенно к холодному. И днем, и ночью дагестанец не расставался со своим верным другом и помощником кинжалом. Дагестанское клинковое оружие по праву считалось лучшим, как по боевым качествам, так и за великолепную отделку. Местные оружейники снабжали им не только страну гор, но и весь Северный Кавказ. Впрочем, и за его пределами об искусстве наших мастеров знали не понаслышке. И в России, и на Востоке дагестанские сабли и кинжалы очень высоко ценились. Тогда многие зажиточные хорошие люди, те, которые ценили произведения искусства, специально давали заказ. Заказ давали для себя, для своих внуков, для своих сыновей. Ну, тогда был как бы мода, например, хороший кинжал, чтобы иметь там хорошие газели, всякую саблю и так далее. На ковре вешали саблю. И так соблюдали традиции, и каждый... Хорошую работу спрос был. Да, даже говорили, пожалуйста, второй экземпляр, чтобы такой не выпали. До такой степени, значит, старались, чтобы лучшая работа была именно его. Изготовлением холодного оружия занимались по всему Дагестану. Практически в каждом ауле были свои мастера-оружейники, а в некоторых селах этот промысел стал основным занятием всех жителей. Среди наиболее известных оружейных центров можно выделить Амузги, Кубачига, Цатар, Казикумух, Унцукуль и Казанище. Но наибольшую славу получили клинки, выкованные мастерами Амузги и оправленные кубачинскими златокузнецами. Обделка, например, сравнить кубачинское или с каким-то грузинским, это, извини, небо и земля. Я не хаю грузинские кинжалы, но у них соотношение по качеству мастерства намного выше. Есть два вида классификации дагестанского клинкового оружия. Первый по типу клинка. Оружие с длинным клинком, к этому типу мы относим сабли и шашки, было предназначено для нанесения рубящего или колющего удара на удобном для защиты и нападения расстоянии от противника. Традиционное кавказское оружие с коротким клинком – кинжал. Он использовался и как оружие, и как предмет домашнего обихода для различных хозяйственных нужд. Сабля длиннее, чем шашка, где-то на 10 сантиметров, на 10-12 сантиметров. Она мощнее, более изгиб, круче, потому что сабля рассчитана на разруб. Войлочный, кожаный доспехи, то, что было. Вот. Потом кирасы, которые были, легкие кольчуги, одинарки, значит, не двойные, тройные кольчуги мощные, а одинарки. Вот им разрубали. За счет кривизны, за счет самой, она получается рубишь и режешь, и сам, она удар и рассекает. Дагестанские сабли испытали очень сильное влияние иранского оружия. На них, кстати, очень часто можно встретить иранские клинки, как, например, вот на этой сабле. Определить, какой клинок стоит на сабле, в общем-то, несложно. На иранских клинках практически не встречается долов, и они сделаны из булатной стали. Впрочем, и наши дагестанские мастера умели варить булат не хуже иранских. Очень часто клинки украшены картушами с надписями на арабском и персидском, а иногда и на местных языках с цитатами из Корана, разнообразными изречениями и так далее. Бывает, что надписи, выполненные травлением, покрывают всю поверхность клинка. Рукояти дагестанских сабель тоже по форме близки к иранским, только у них головки чаще всего выполнены в виде раскрытой пасти животного, и головку с крестовиной соединяет цепочка. Ножны дагестанских сабель бывают двух типов – обклеенные кожей с тремя металлическими деталями прибора или сплошь металлические. Надо отметить, что наши сабли почти всегда богато украшены золотой или серебряной насечкой, а если их рукоять и ножны выполнены из серебра, то глубокой гравировкой с чернью. Шашки пошли где-то, стали применяться где-то 19 век, 19-20 век. Почему? Потому что уже не было защитных доспехов, не было кольчуг, не было кожаных, ватных, волочных самых. Вот. И она, единственное, что ее функция была, во-первых, она легкая, во-вторых, самая острая. Вот.
И в бою моментально, она обратный захват. Если косаблю вытаскиваешь вот так напрямую, а шашку вытаскиваешь вот так. И при выхвате она уже идет на боевой. Захватывая, уже замахивая. Она сама идет на разруб уже, на ударный сам. Дагестанские шашки появились под влиянием черкесских. Правда, у нас они не вытеснили сабли, а бытовали наряду с ними. По характеру соединений рукояти и ножен их можно разделить на два образца – азиатский и кавказский. Кавказское, а точнее черкесское соединение подразумевает погружение рукояти в специально расширенное устье ножен вплоть до самой головки. В азиатском же соединении они соединялись в стык. Вот так. Клинки дагестанских шашек имеют общую для всех шашек конструкцию. Они мало изогнуты, проработаны долами. Были тремя канавками. Бывали драгунки, бывали, например, одной канавкой от начала лезвий до самой, как говорится, питой до ручки. Разные по форме, но практически в Дагестане, о мозгах делалось, что клиент хочет. Например, приносили сломанный старый, например, турецкий шашку, говорили, вот такой надо. Или приносили то же самое золинг, самогурда, говорили, вот такой надо. Вплоть до клейма подделывали, это все делалось, это считалось порядком вещей. Не было таких, как говорится, авторских претензий тогда. Единственное требовалось, чтобы качественный клинок во время боя работы не ломалось. Ножны обтягивались черной шагриневой кожей. Прибор состоял из широкого устья, двух обоймниц и наконечника, который заканчивался широким гребешком. Иногда прибор ножен увеличивался еще на две дополнительные пластины. Для кубачинских шашек более характерны были сплошь металлические ножны, богато украшенные насечкой или резьбой, а иногда и инкрустированные золотом вставками из слоновой кости. Дагестанские кинжалы по праву считаются лучшими на Кавказе и высоко ценятся за его пределами как по изяществу своей конструкции, так и за великолепную отделку. Они имеют исключительно благоприятное соотношение длины клинка с его шириной и размерами рукояти. Дагестанские самые кинжалы, первый начинается матушка, это самый маленький, где-то сантиметров 30, второй мусакай, сантиметров 40 лезвия и там три канавки, сам долы, так называемые. Они за счет толщины ширины дол, когда это все рассчитано по, как называемое, золотое сечение, она звенит как хрусталик. И звон можно регулировать от тонкого тиу до грубого такой бум, вот так, за счет перехода вот этих толщины перегородок всего. Потом были двумя канавками где-то боевые кинжалы, значит, 50 сантиметров, потом были ярмала, это значит накладными ручками, костяными или деревянными, с двух сторон накладывался, потом были гавгары, это значит булатные, и были большие кинжалы, хакалахлжан, значит, где-то лезвие от 65 сантиметров до... Уже как меч, да? Как меч, до 80 сантиметров, вот такие. Это делали чисто под, как говорится, под человека, под клиента. Были же большие люди, под них делали. А вот наиболее, скажем так, употребите, наибольшее хождение, какие кинжалы? Наибольшее хождение, значит, матушка, мусакай и вот этот ярмала, значит, где-то боевой кинжал 50 сантиметров. В Дагестане тоже, в юге Дагестана были большие кинжалы, а к северу, например, кумыки носили маленькие размеры кинжалы, аварцы носили большие самые, где-то сантиметров 50, верхний самый Дагестан тоже большие. Лакцев были мусакай, где-то 40 сантиметров. Юг Дагестана, значит, табасранцы очень большие были, где-то 50-60 сантиметров лезвий были. И лезгины были где-то средние самые, мусакай тоже сантиметров 40. Рукояти дагестанских кинжалов разнообразны. Преобладают кинжалы со слегка удлиненной и закругленной головкой. В начале 20 века появилось много рукоятей с фигурными головками в виде пальметы с тремя лепестками или в виде пятилепестковой розетки. Рукояти скреплены с клинком двумя или тремя заклепками, железными или серебряными шляпками, полусферической или конической формы. Материалом для рукояти служили кость, рог, железо, серебро. Рукояти из металла и кости сочетаются либо с цельнометаллическими,
либо с комбинированными ножнами, а рукояти из рога с наименее украшенными ножнами с минимумом металла в приборе. Обычно это простые повседневные кинжалы. Хотя дагестанское оружие имеет ряд свойственных только ему конструктивных черт, главное его отличие в орнаментике. Орнамент, которым наши мастера украшали свои изделия, стилизованный растительный. И по его типу дагестанское оружие можно разделить на три этнотерриториальных типа – лакское, аварское и кубачинское. В кубачах изготавливали как холодное, так и огнестрельное оружие. Ружья и пистолеты кубачинцы делали в кооперации с мастерами Харбука, которые изготавливали стволы. В кубачах же делали замки, шла окончательная сборка и отделка. Кубачинские ружья и пистолеты в 18-м начале 19 века очень высоко ценились за свои боевые качества и великолепную отделку. Но с началом Кавказской войны их огневые достоинства начинают постепенно падать, и они все больше превращаются в декоративные парадные. Что касается клинкового оружия, то оно по-прежнему остается безупречным. За дагестанские шашки и сабли платят по 200-300 рублей, а за кинжалы в среднем по 100 рублей. По тем временам очень неплохие деньги. Кубачинский декор отличается высокой техникой исполнения, разнообразием приемов и сложным тонко разработанным орнаментом, который покрывает всю поверхность изделия. Широко используется глубокая гравировка, почти не встречающаяся у других кавказских народов. Черневой орнамент в основном играет роль фона, ну а в искусной насечке золотом и серебром по металлу и золотом по кости кубачинцам вообще нет равных. Само по себе работа это несложная. Да? Вот это весь орнаментальный фон нужно выбрать и забить золотом. Это намного проще и быстрее, чем сделать, скажем, дополнительную. То есть глубокую гравировку. Глубокая гравировка, там нужна работа под чернь. Потом после чернения идет гравировка, обводка, чеканка, дополнительная гравировка. Много операций, чересчур. Там хоть оно проще, но вот работа с металлом, железом, если бы были бы монтировщики, которые хорошо, то появились бы побольше людей, которые занимались своей насечкой, золотом по стали, по железу. Он из нынешних мастеров, из молодых, Канаев, Абду, вот он уже работает на уровне почти старых мастеров. А занимался сын Казиба Ахмада царственным небесным мраже. Но он погиб при пожаре. И я не знаю других, кроме вот этого Каная, который занимается насечкой. Принято считать, что классические принципы кубачинской орнаментики сложились в конце 19 века. Хотя сами кубачинцы, конечно, поспорят с этим. Что касается самого орнамента, то кубачинцы использовали все его виды. Растительный, геометрический и зооморфический. Однако наиболее высокого развития и совершенства достиг растительный орнамент, отличающийся самобытностью, оригинальностью и многообразием форм. В кубачинском орнаменте представлено более 20 основных элементов буче, из которых умелые мастера и компонуют свои неповторимые композиции. На саблях и шашках чаще всего используется симметричный орнамент. Симметричный тута. И Миндурма, Мархара, все это тоже используется, но довольно-таки редко. Чаще всего симметричный орнамент. Ну, здесь вот этот тамга, вот они повторяются, ритм по всему, по всей длине. Подается один ритм, это вот на наружной стороне, вот мастер должен полностью выложиться. Тут глубокая гравировка, гравировка под чернь, будет чеканка, будет дополнительная гравировка. Ну, а тыльная сторона, она вот здесь лямзла, немножко гумус, как это называется, вот это места. Тут обычно так косточки не делают, но в порядке эксперимента. Я вот сделал и смотрится, мне кажется, довольно-таки удачно. Есть каноны, некоторые правила для кинжалов. Вот какие правила для кинжалов? Ну, там сама форма кинжала, она должна подсказать. Там центр, подходя от
расположение, вот центральная часть, вот ее надо обязательно сочетать со всей формой, с ручкой, со всем остальным. Чтобы изделие смотрелось цельным, чтобы не было места, которые просто выпадают из общего, скажем так, ансамбля, орнамента. Ну, довольно трудно сочетается, скажем, эмаль с гравировкой. Надо быть очень хорошим мастером, чтобы это так более или менее смотрелось. Есть довольно-таки редкие, вот, тупчиевские сабли. Вот там сочетание гравировки и эмали. Но обычно это прям почти что не используется. Довольно трудно его сочетать. Или просто эмаль, одна эмаль. Или гравировка. Ну, только глубокая гравировка на сабле. На кинжале тоже. Вот так гравируется кубачинский орнамент. Помимо верного глаза и тонкого вкуса, это занятие требует еще и немалых усилий. Металл все-таки. Я уж не говорю о терпении. Попробуйте просидеть таким образом несколько часов, и так изо дня в день. Кубачинский орнамент отличает большая плотность. Тем не менее, он никогда не производит впечатление перенасыщенного, ибо кубачинцам никогда не изменяли чувство мира и вкус. Кроме чисто кубачинских типов орнамента, таких как маркарай, тутта, тамга, миндурма, лум и изображений зверей и птиц, местные мастера при отделке оружия использовали и мотивы, заимствованные из других культур. Это московнакыш и черкеснакыш. Московнакыш, то есть московский рисунок, представляет собой несимметричную, изящную изогнутую ветку, стебли которой усыпаны цветочными головками, листочками, завитками. Московнакыш применяется обычно либо на левой стороне ножен, либо в общей композиции с другими элементами орнамента. Из черкесского орнамента брали самые характерные элементы – круги и овалы, роговидные симметрично расположенные завитки, солярные розетки. Часто кубачинские мастера дополняли их кубачинскими элементами. Отличить кубачинский черкеснакыш от настоящего черкесского орнамента можно прежде всего по технике исполнения. Кубачинцы делали более глубокую гравировку и конфарили фон точками. Черкесские же мастера обрабатывали его штихелем. Кубачинский орнамент тем и отличается от других плавностью линии, в первую очередь. Значит, принципами, какими-то канонами, вот традиционный кубачинский орнамент вот, придерживался определенных канонов, определенных принципов построения орнамента. Вот, значит, опять-таки повторяюсь, плавность линии, чтобы линия нигде не было угловатости, не было ну, какие-то более. А вот взять орнамент других народов, вот, когда вот смотришь иллюстрации, там более какой-то свободный орнамент, там, скажем, линия должна. Да, кубачинский орнамент где-то вот линия, вот мы учим, когда ребят нас так учили. Старшие, что линия должна проходить по определенным правилам. Вот и линия идет, вот она повторяется, она где-то завивается вот так, она дальше уходит вот так. Это красиво, это плавно, это значит через какой-то определенный цикл он повторяется опять и уходит. А вот смотришь, работы они у них более как-то линия где-то идет, а она может где-то сорваться, в другую сторону повернуть. Вот более свободно у них это все построено, как-то не придерживается канона. Может быть, когда учишься начинающим, это даже легче построить линию, как бы, если она свободна, значит, она не обязательно должна проходить так. А вот кубачинская именно вот в чем сложность, что надо именно придерживаться определенных канонов построения орнамента. Если этого нет, любой мастер, более знающий работу, скажет, ну, что-то он не знает орнамента. Вот. Вообще кубачинцы довольно часто выезжали за пределы родного аула. Много работали в разных областях Кавказа и Средней Азии, нередко выполняя изделия в местном вкусе. Они могли выполнять любой вид орнамента, правда, никогда не опускались до слепого копирования. Поэтому их работу специалист всегда отличит. В начале 19 века кубачинцы начали использовать в своей работе и эмаль. Пионерами в этом деле выступили братья Тупчиевы.
Они работали в технике выемчатой эмали, то есть когда узор сначала гравируется, а потом накладывается эмаль. Оружие, вышедшее из-под рук Топчиевых, большая редкость и очень высоко ценится. Пару лет назад сабля их работы была продана за 20 тысяч условных единиц. Причем покупатель считает, что ему очень сильно повезло. Довольно-таки много говорят, что раньше мастера работали лучше. Но мне кажется, нет. Почему? Потому что если ты приглядишь к старой работе, там обязательно довольно-таки часто чит и кабик, два элементарных момента. И другого орнамента там почти что невозможно найти. Довольно-таки простое расположение, хотя он смотрится нормально, богато. Но по сложности работы, современная работа, она намного... Ну, тут используется почти весь арсенал купеческого орнамента, все элементы. А вот в старых вещах довольно-таки редко. Проще сделать, скажем, спирали, которые повторяют один, второй. Два элемента орнамента, они повторяются по всему периметру. Довольно-таки редко в оловике бывает. То есть сегодня мастера делают уже орнамент более, скажем так, насыщенный элементами, да? Элементами, да, намного более насыщенный, чем старые работы. Алмасова, Ахмедхана работа, Алиханова, Абдусалама работа, Рабадана, Абакарова работа. Ну, у каждого свой стиль. Вот, очень дотошно, точно доведено до конца, сделана хорошая работа вот, у старых мастеров этого года, Бахмуда Магомедова по мастерству. Вряд ли там кто-нибудь может с ним да, и сравниться. Прекрасные были работы у Расула Алиханова, у него был свободный поющий орнамент. Одним из главных оружейных центров был Казикумух. Здесь доводились клинки, производимые в Кая и Куркли. Собирали и отделывали оружие. Что касается узора, которым казикумухцы украшали свое оружие, то он во многом схож с кубачинским. Зачастую его можно отличить только по более вольному обращению с некоторыми элементами орнамента и нередкому нарушению традиционного его построения. Кроме того, лаксы довольно часто использовали дробный орнамент. Чуть может быть крупнее лакский орнамент, у них тоже глубокая гравировка. Все это, но вот это вот так называемый кубачинский мархарай, лакцы этим не занимались. Обратная сторона, значит, ну, животик мы называем по-аварски кинжала, кубачинцы очень часто это наносили орнамент, вот это мелкий мархарай, не рельефный, а гладкий мархарай. А у лакских мастеров, ну, какие-то такие точечные такие удары, вот сплошного такого орнамента не встречается. Разреженные, да? Да. Лакский орнамент, он по глубине, по высоте резьбы, может быть, и не отличается. Элементы лакского орнамента, они более вытянутые. Дополнительная гравировка на этих вытянутых узорах тоже у лакцев так же вытянуты. Тогда, когда кубачинцы, значит, немного гуще, резьба глубже, элементы, значит, очень виртуозно заверченные, завороченные такие композиции, сложные. У лаксов чуть проще. В развитии лакской орнаментики отчетливо различаются два этапа. Время работы лакских мастеров в Казикумухском округе и, начиная с 70-х годов 19 века, период массового отхода лакских мастеров за пределы Дагестана. В это время в отходе находилось около 600 оружейников и серебряников, большая часть которых была выходцами из Кумуха. Наши мастера работали в Тифлисе, Баку, Грозном, Новочеркасске и других городах Северного Кавказа. Но больше всего их было здесь, во Владикавказе. Он стал своеобразной меккой дагестанских отходников. Некоторые вообще закрепились здесь и даже имели крупные мастерские. Самые крупные принадлежали казикумухцам Осману Омарову и Гузуну Гузунову. У Османа Омарова работало около 20 рабочих.
Его мастерская принимала заказы на поставку шашек и кинжалов для казачьих войск, производила охотничьи кинжалы, а также принимала заказы на выполнение золотых и серебряных ажурных работ. Особенно интенсивно мастерская работала в годы Первой мировой войны. В 1914 году в ней трудилось 70 человек. Основная масса дагестанских мастеров жила и работала на этой улице. Сейчас она носит имя Гапо Баева. Кто знает, может быть, в одном из этих домов жил какой-то дагестанский мастер. Может быть, даже сам Гузун Гузунов. Он, как и Осман Омаров, также имел крупную мастерскую. Гузун был мастером холодного оружия и серебряных дел. Руководил мастерской вместе с братом Дурпалом. В 1889 году у Гузунова было 5 подмастерьев и 3 ученика. В дальнейшем мастерская расширялась, и в ней работало до 30 человек. Это было частично односельчане из Кумуха и частично кубачинцы. Мастерская Гузунова изготавливала шашки, сабли, кинжалы, пояса, портупеи, кремниевые пистолеты, а также различные украшения. Каждый мастер, вот, когда смотришь работы, будь это кубачинских и лакских мастеров, или аварских мастеров, вот, фрагмент, в смысле иллюстрации их работ, когда смотришь, каждый мастер какой-то как свой, как своя визитная карточка, у них какой-то свой уже разработанный орнамент был. В аварских районах оружейное производство не было таким массовым, как в Кубачах и Казикумухе. Наиболее крупными центрами по производству оружия были Гацатль, Сагратль, Чох и Ругуджа. Аварские мастера изготавливали большей частью простое неукрашенное оружие, а то оружие, которое украшалось, делалось на заказ. Они удовлетворили спрос села. Только не на внутренний рынок? На внутренний рынок. Если далеко, значит, там были карадахи, хунзахи, базары. Вот туда выносили, туда приезжали. То, что этого села, из других сел. Вот спрос этих людей, но не более. Потому, значит, они не могли по тому ремеслу не очень, ну что ли, как кубачи и лакцы, не было развито, и они не были, это единицы. Общее в том, что нижняя часть и верхняя часть, вот средняя часть кинжала, так называемые, значит, сары, кожа. Это тоже специальная была обработка. Сами его и обрабатывали. Иногда и привозной был. Вот это вот часть, что наблюдается, что у кумыков, что у кубачинцев, что у лакцев, это характерно и для аварцев, характерно, значит, общий. Сабель и шашек работы аварских мастеров сохранилось очень мало. Ну а что касается главного оружия горца кинжала, то аварские мастера изготавливали большей частью большими кинжалами, ну иногда еще и средними. Украшая оружие, аварские мастера использовали общедагестанский растительный орнамент. Только в отличие от кубачинского и лакского, для него характерна некоторая строгость и лаконичность. Он не такой насыщенный, более крупный и свободный. Ну а что касается мастеров, то самым известным был Чаландар из Гамсудля, чьи изделия очень высоко ценились. Говоря об аварском оружии, нельзя не упомянуть унцукульских мастеров насечки. Унцукульцы издавна славились как знатные оружейники, обеспечивали войско Шамиля превосходными ружьями и пушками. А со второй половины 19 века, когда стали работать в технике насечки металлом по дереву, они начали делать деревянный оклад клинкового оружия, украшая его замысловатой насечкой. Дагестанское оружие славилось не только своей великолепной отделкой. Наши мастера ковали превосходные по своим боевым качествам клинки, равных которым не было на всем Кавказе. Практически в каждом дагестанском селе жил один, а то и несколько кузнецов, которые ковали различные орудия труда и, естественно, холодное оружие. Среди них были те, чья работа очень ценилась, причем не только в Дагестане. Очень высокий спрос был на казаничинские клинки, особенно работы Базалая. Под этим именем работала целая династия оружейников, но лучшими были ее основатель Улу Базала и его внук. В конце 19 века в Нижних Мулебках жил мастер Газали. К нему за клинками приезжали из Акуша, Судахара, Леваше и Маджалиса. Очень ценились и клинки, выкованные кадарским кузнецом Дайзи. Кроме того, неплохие кинжалы делали в Андреауле, а также в Икра. Гацатль был знаменит не только мастерами украшения оружия, но и клинками алибека.
Но потом, значит, его Алибега сын, это ровесник моего отца, он ковал эти вот железные кинжалы. Почему железные? Ну, железо-то в чистом виде в природе не бывает, но которые не поддаются закаливанию. Поскольку это сталь, очень редкие явления, они сверху накладывали эту вот сталь, варили так незаметно слой, а внутри железо. Чем это славилось? Потому что она не поломалась, поскольку железо не поддается, значит, закаливанию. Она была, значит, вот гибкая и не ломалась. Или же они владели, это позднее время, не Алибег, а Алибега сын Магомед, это мой отцово ровесник. Значит, каким-то образом, не знаю, это все, по всей вероятно, это было привозное или подобное там было и так далее, я не знаю. Железица с инороды стекали, насыпали на железо, железо закаливали. Вот эти кинжалы ценили. Аул Кузнецов Харбук. Здесь производством оружия занимались все. Это стало основным занятием жителей села. С началом Кавказской войны главным стало производство оружия и пистолетов, которые иногда по своим огневым качествам не уступали фабричным. Но самым известным центром клиночного производства был аул Амузгин. Именно амузгинские клинки создали дагестанскому холодному оружию славу лучшего на Кавказе. Если верить легенде, клинки закаливались на ветру, постоянно дующем над селом. Амузгинцы ковали как стальные клинки, так и булатные. Амузгинский булат обладает всеми качествами лучших клинков Востока и Запада, а некоторые из них превосходят по вязкости. Технология изготовления самая описана с Сазоновым, Шиллингом. Это в литературе она везде есть. Ну, проходит где-то 13-14 операций с начала и до конца. Это же кинжал и шашка. Технология рассчитана на минимальном расходе материала и получение максимального эффекта изделий. История не сохранила имен кузнецов, первыми открывших тайну поющего металла. До нас дошли только имена мастеров с конца 19 века. Это и Омар Гусейн Азаев, которого сами амузгинцы называли лучшим из лучших, и артист клинка Рабадан Багамедов, и Куцы Хажи, чьи клинки выставлялись на Всемирной выставке в Париже. Ну а что касается дня сегодняшнего, то древний аул умирает. Да и само искусство амузгинских оружейников тоже чуть не кануло в лету. Благо нашелся человек, которому не безразлична была судьба древнего мастерства. Гаджи Курбан Кадиев, внук того самого Куцы Хажи, сумел возродить тайну производства знаменитого амузгинского булата. Труд кузнеца нелегок, очень жарко, требует изрядных физических усилий, ну и потом надо просто чувствовать металл. Поэтому отдадим лучше это дело специалисту. Гаджи, так. Процесс сварки амузгинского булата насчитывает 13 стадий. Они подробно описаны в трудах различных авторов. Но секрет поющего клинка не в строгом соблюдении технологического цикла, а именно в умении почувствовать металл и вложить в него свою душу. Сюда надо заходить чистыми помыслами. Все то, что вне, которое не касается работы, там за дверьми должен оставить. Здесь только работа, все, больше ничего. Во время работы с металлом вот какой-то... Ну, с металлом, металл сам подскажет, когда работает. То есть есть, да, вот чуть-чуть? Ну, это есть. Сам металл покажет, куда, что, как. Металл же тоже живой, у него свой память есть. Поверьте мне, есть у него память. Так что многие есть вещи, которые я не могу сказать, для меня еще непонятные. Вот.
Информация это самое. У меня же нет уже технического образования. Информация получил с подсознания. Было тяжело. И понемножку, понемножку. То есть как-то интуитивно все, да? Да. На генетическом. На генетическом уровне сам информации получил. Откуда же? Отец азы показал, и все, на этом дальше пошло самому это вытягивать. Единственное одно знаю, что с плохими помыслами лучше в мастерскую не заходить. А музгинцы ковали разные клинки, часто подражая известным и популярным угорцам марку. Из-под их молота выходили и золинген, и волчок, и гурда. Причем по качеству они нередко превосходили оригиналы. Говорят, для музгинских клинков не нужны были ножны. Их можно было носить, как пояс обернул вокруг талии. И это, в общем-то, близко к истине. А музгинские кузнецы действительно могли ковать клинки, с которыми можно было проделать подобную операцию. Был такой мастер, Хулайбай звали его. Он делал 5 клинков, вот, запускал производство, начинал делать. На выходе оставалось 1 или 2. Именно берется она, закольцовывается и отпускается. Она не должен не согнуться, она не должен самой не сломаться. Там идет. Если тем боевые качества. Боевые сохраняют те качества. Там за счет чего вот это? Вот? За счет, во-первых, там калка раз, второе самое металл два качества, третьих канавки долы, которые выбираются, три. Четвертый, надо знать, толщина спинки, толщина режущей крови. Геометрия тоже много. Идеальное должно быть золотое сечение. Если этого не будет, она может скрутиться, остаться согнутым. Значит, не хватает упругости спинки, вот она стянулась. Гай, и... ты вот так вот подробно все ты говоришь, сам пробовал делать? Делал я их, 2 штуки делал. Правда, вокруг пояса не боялся, не под пояс, а вокруг дерева самое. Закольцовывал, отпускаешь, она как этот перышко летит. Зулфикар тоже делал. Не то, то, что сейчас продается в магазинах, а настоящий, значит, лезвие делится на 3 части. 1/3, значит, двойная лезвие, а потом она сваривается, переходится в 1 лезвие. Это тоже делал. Ну, ты работа очень трудоемкая. Может быть, то, что мало делал, ну, время очень много уходит. Гаджи, вот раз о времени, сколько времени необходимо для того, чтобы изготовить хороший клинок? Вот. Хороший булатный клинок, ну, где-то бросить все дела при работе 10-12 часов в сутки, ну, 10 дней, 10-12 дней. Непревзойденные по прочности и форме музгинские клинки, украшенные кубачинскими золотокузнецами, превращались в настоящие произведения искусства, равных которым не было во всем мире. Считается, что владельцами такого оружия были Чингисхан, Тамерлан, Надиршах, Наполеон, Александр I, ну и, естественно, имам Шамин. Да и сегодня многим видным государственным деятелям посчастливилось стать обладателями дагестанского клинкового оружия. У горцев есть поговорка: для того, чтобы создать совершенное изделие, нужно положить на наковальню кусок металла, душу творца и терпение кузнеца. Поэтому, беря в руки это совершенство и любуясь завораживающим блеском клинка и неповторимой вязью узора, помните, что в нем живет душа мастера, и что в горах испокон веков кинжал обнажали только в случае крайней необходимости.